В Париже проходит съезд социалистической партии Франции. Главная тема – встречи, избрание нового лидера и изменение стратегии движения политсилы. Принять участие в форуме пригласили и украинскую делегацию. Подробнее о визите в нашем материале. Полная перезагрузка французских социалистов. Новый лидер, новая стратегия, новое будущее. Тысячи партийцев со всей страны приехали сегодня в Париж на эту историческую для социалистов встречу. Ведь главная тема 78-го съезда политсилы – найти правильный путь и вернуть себе прежнюю позицию власти. Новая стратегия исходит от нового первого секретаря Оливье Фора. Он хочет вернуть электоральную базу, направить нашу политику на курс развития благосостояния общества. Наша задача – вернуть социализму Франции его прежние позиции, найти новые идеи, новые ценности, новые принципы. Франция переживает не самые лучшие времена. Вы видите множество забастовок, и наша задача – снова вывести Францию на прямую дорогу. Говорили на съезде про Украину. Социалисты заявили, что считают Крым ее неотъемлемой частью. Поблагодарили делегатов от нашей страны за визит и подчеркнули, что поддерживают украинцев в борьбе за территориальную целостность страны. В течение последних лет мы стали свидетелями роста национального самосознания украинцев. Видели трагические последствия, к которым это привело. Франция принимала большое участие для продвижения Украины в Европу. И я надеюсь, что в будущем мы будем укреплять наши связи, чтобы и дальше интегрировать Украину в Европу и гарантировать территориальную целостность Украины. Представлял Украину на съезде лидер социалистической партии Сергей Каплин. Он сказал, что Франция – европейская социалистическая страна, и ее успех во многом зависел от правильной политики и развитых профсоюзов. Наша социал-демократичная партия, социалистическая партия, профспілки є близькими партнерами социалистической партии Франции и всех социал-демократичных и социалистических партій розвинених країн Європи. Це той курс, який ми обрали на нашому з'їзді, це той курс, який ми впроваджуємо в життя. Я дуже задоволений, що тут представлена Україна. Я дуже задоволений, що тут французи віддають перевагу прогресивним, соціалістичним, соціал-демократичним силам. І вони вірять в те, що соціалізм український, європейський соціалізм буде відроджений. В прошлом году после европейского турне представители от Украины пригласили на съезд партии европейских социалистов, которые объединяют в себе 33 политсилы. Там также рассматривали вопрос о вступлении в их ряды украинских социалистов. Наш левый блок за простых людей делает все для того, чтобы стать консолидованным членом всех глобальных европейских партій, асоціацій лівих. Це Соцінтерн, це партія європейських соціалістів. Ми фактично у кроці від того, аби стати їхніми офіційними партнерами і членами у цих організацій. І це, звичайно, зобов'язує нас проводити політику, яка відповідає тим стандартам, які сьогодні є у європейців. Це боротьба за робочі місця, за захист робочих місць, боротьба за пенсію, гідну пенсію для українців, гідну зарплату. Сьогодні Сергій Каплін також презентував європейським колегам свою книгу, яка стане планом дій майбутнього єдиного кандидата в президенти від українських лівих. А також заявив, що чекає французьких єдиномислівників з відповідним візитом уже на наступному з'їзді. Андрій Кравець, Леонід Аборін. Подробності телеканалу «Інтер».